Ха-ха, ну вот мы на месте. Может, уйдем? Да вы чего? Это же школа Poppy Playtime. Ха, наконец-то. Кажется, я не читала. Не порть веселье. Идем вовнутрь. Думаю, мои подписчики будут в восторге. Ого, а тут прикольно. О, как страшно. Ха, да тихо ты. Смотрите. А что там? О, проходите. Ха-ха, у нас новенькие. Успокойтесь, я разберусь. Какой ужас! Не отвлекайся! За мной! О, ты в порядке? Бежим! Подожди меня! Девочки, быстрее! Не оставляйте нас здесь! Он гонится за нами! О нет, он схватил меня! Аника, куда она подевалась? О, неужели это конец? О нет! Бедняжка Аника! Вот западня. Только не шумите. Я что-то придумаю. О, мы точно пропали. О, давай разделимся. О, а это может пригодиться. Супер, вроде чисто. Заберу лампочку с собой. Придумала. Трум-трик. Просто гениально. Мы спасены. Отличная работа. О, смотрите. Может, нам удастся выбраться отсюда? Давайте посмотрим, что там. О, да. Вы уверены, что это безопасно? Я пошла. Ладно, я тоже. Я с вами. Кажется, никого. Давайте быстрее. Ужас, как тут грязно. Вот они. Вы это слышали? Странно. Нужно скорее отсюда выбираться. Можем идти. О, кажется, это телефон Аники. Бедняжка, подержи. Ага, подержи. Надеюсь, мы найдем ее. Что это? Не знаю. Это новый контент. Будьте начеку. Эй, оно что, шевелится? Не нравится мне это. Знакомый цвет волос. Неужели это Аника? Подождите, нет времени. Думаю, нам сюда. Как неудобно. И зачем тут эти нити? Похоже на ловушку. Меня это уже достало. Но раз мы застряли, на маникюр я точно не попаду. Эй, перестань, это же наше спасение. Ура! А как же я? Вот мы попались. Тебе давно нужно было это сделать? Ты уверена, что именно сейчас? Мы забыли про Мэй. Давайте быстрее, у меня плохое предчувствие. Это будет бомба. Давайте выбираться отсюда. Смотрите, кажется, я вижу выход. Идем. Мне кажется, или там кто-то есть? Думаю, мы уже почти возле выхода. Очень на это надеюсь. А мне тут нравится. Не шути так. У меня мурашки от этого места. Ой, фу. Скорее. Ребята, подождите меня. То, что надо. Давай быстрее. Ну уже. Подождите, на вас так хорошо свет падает. Если вы внизу, то кто тогда за мной? А кто здесь? Ой-ой, лучше поспешить. Все в порядке. Ох, о, смотрите. Давай выберемся через вентиляцию, а? Чего стоите? Идем. Эх, ладно, стоит рискнуть. Иди ко мне. Мэй, уже бегу. О, нет. Нужно скорее закрыть выход. Держитесь. Готово. Нужно связаться с кем-то снаружи. Малышка. Привет, Эмили. Кажется, мы тут надолго. Эх, у меня в рюкзаке совсем пусто. Давай я тоже посмотрю. Да, только обертки и салфетки. Придется возвращаться на поиски. Согласна. Okay. Эх, надеюсь, мы это переживем. Я надеюсь, с моим макияжем все в порядке. О, Эмили, я возьму. Ну, я даже не посмотрелась. О, посмотрим, вроде все чисто. Девчонки, за мной. Ха-ха-ха.
Смотрите, пончики. Отдашь зеркальце? Ух ты, да их тут целая куча. Вот так удача. Ого, смотрите, тут даже конфеты есть. Эй, а что происходит? А? Бежим! О, еле унесла ноги. О, Аника, ты в порядке? Иди ко мне. Нет, Дженнифер, лучше ты иди ко мне. Ну ладно. Ой, какой ветхий мост. Держись. Ты как? Все, окей, я видела Анику. Но там никого нет. Идем отсюда. Эмили тут? Идем. Ням-ням-ням, тут так страшно. Нужно выбираться. Быстрее. О, нет, он нас догоняет. Ай, отпусти меня, проклятие. Скорее, кажется, Кэт нам подстал. Вот, отстой, я все обронила. Возьми Орео. У меня тоже осталось немного еды. Девочки, вы просто лучшие. Нам бы еще воды. Нужно кое-что проверить. Кажется, тут есть трубы. Надеюсь, они рабочие. Давай, Мэй, покажи класс. О, с огромным удовольствием. Я все засниму. Пора выпустить пар. Теперь нужно набрать воду. Великолепно. Ну что? Подходит. Да, просто отлично. Смотрите, теперь у нас будет свой небольшой краник. Подставляйте стаканы. Вау, спасибо. Джен? О, малышка на связи. Мама, смотри, это Эмили. Иди делать уроки. Нам нужна помощь. Сестренка! Не сейчас. Почему нам так не везет? Все попили. Ауч, как болит. Ой-ой, а что с тобой, Мэй? Все в порядке, всего лишь царапина. Тебе нужно отдохнуть. Как думаете, тут кто-то учится, а? Ты что-то видишь? О! Эмили! Ну ты видела, какой ужас? Что это за безвкусица? Ох, ну что ты за человек? Фе! Ой, думаю, тут что-то есть. Ну-ка. О, да, это же аптечка. Сейчас достанем. А, чего так щекотно? А, слазьте с меня! Ты чего? Там жуки. Лучше взгляни на это. Что? Не это ищите. Эй, Эмили, глянь, давай заберем ее. Тихо, только без резких движений. Ага, спасибо. Думаю, моим подписчикам это понравится. Ой. Ну, привет. А, бежим. Ну, куда же вы? Давайте поиграем. Кажется, у нас проблемы. О, нет, только не это, не сейчас. О, вы любите прятки, я тоже. А, отпусти меня. Вроде все. О, нет, он забрал Эмили. Мэй, ты как? Я обработаю рану. Спасибо, Дженнифер. Ай, больно же. Ничего, сейчас привяжем и должно полегчать. Ну все, скоро ты поправишься. Опять? Ну привет, соскучились. Что-то вы засиделись. Пора вас расшевелить. О, он что-то выключил. Так уже веселее. Ох, ну и задам я тебе тряпку. Смотри. Это велотренажер. Нужно подключить его к генератору. Будет сделано. Все готово. Ну все, поехали. Ох, ну давай же. Молодец, Мэй. Ты не говори. Фух, больше не могу. У вас ничего не получится. Нужно постараться. Смотри, это кэтнэп. Ну все, ты попал. Получай. О, попробуем починить генератор. Оу, ничего не получится. Вот проклятие. Не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Скорее на поиски деталей. Идем за проводом. Вперед. Это не опасно? Нужно продолжать идти. Держись за провод, и мы не потеряемся. Придется разделиться. О,
О, я нашла! О, нет! О, не так быстро! Трум-трик! Мы не отдадим тебе плату! Это его задержит! А, так, кажется, тут есть еще одна часть. О, я нашла! А, только не это! Хватит сопротивляться! Папи Плейтайм ждет вас! Нужно торопиться! О, спаси меня! Этого не хватало! Дженнифер, плата у меня! Лови! Спасибо! Эй, попробуйте победить меня, неудачницы! Спасибо тебе! Я отвлеку их! Нужно поторопиться! Отлично! Все запчасти у меня! Осталось только правильно их соединить! Да, готово! Получилось! О, как странно! Может, включить кассету? О, а это интересно! А, точно! Нужно собрать оружие! Уверена, материалы где-то неподалеку. Думаю, это сгодится. Трум-трик! Ну, берегитесь, монстры! О, это точно их остановит! Ну все, вам крышка! Ох, мои бедные подружки! Я вас обязательно спасу! Соберись, Дженнифер! Отлично! Осталась защита, и можно идти! Что-то никого не видно. Трум-трик, кто дальше? Выходите, я не боюсь вас. Ну же! Осталась Аника. Иди сюда! Отстань от меня! Спасите! А-а-а! Не убежишь! Это мой шанс! Попался! Дженнифер! Аника, ты в порядке? Как же я рада вас видеть! Ты спасла нас! О нет, Кэтнэп здесь! Не бойся, он больше не опасен! Ой, я совсем забыла про таймер! Ура, мы свободны! Ну что, пора возвращаться домой, а? Эй, девчонки, вас все ищут! Ура, свобода! Идем, девчонки! Ура! О, думаю, из этого выйдет отличный экспонат. Идем с нами. Думаю, тебя можно продать за неплохую цену. Прощай. Девчонки, вы где? Вот и попалась! О, что происходит? Хватит прятаться! Иди сюда! Спрячься от этого! Как же страшно! Так хочется спать! О, стой, малышка! Не засыпай! Мы в опасности! Ну же, очнись! О, ты кто? Он может нас услышать! Я отвлеку его на себя! Эй, котик! О, ты тоже хочешь поиграть! Он меня заметил. Нужно спрятаться. Кажется, я в безопасности. А, может, он ушел? О, как клонит в сон. Ну вот и все. Папи, с ним все будет в порядке. Папочка, спаси меня. Неужели я уснул на полу? А, где малышка? Минутку, что? Спаси меня! А это еще что? Кажется, они пошли в шкаф! Я справлюсь! Никто не обидит мою дочь! Какой кошмар! Я думал, скелет в шкафу – просто оборот речи! Эй, подготовься лучше к битве с Кэтнэпом! О, ты прав! Я поймаю его! Я задам этому Кэтнэпу трёпку! Пусть только тронет мою дочку и будет иметь дело со мной! Супер-папой! Ну, берегись! Начнем тренировку! Ха-ха. Я устрою тебе взбучку! Трум-трум-трик! Ха-ха. Я готов! Что?
Отпусти меня! Пожалуйста, не надо! Отпусти! О, нет! Где я? Фу! Это всего лишь портрет. Какой странный котик. Вот тебе! Что это было? Не нравится мне это. Это его голова. Я уж думал, что живая. Как это возможно? Только не трогай меня, умоляю. Я еще так молод. Только не это. Отпусти. Мне нечем дышать. Ну все, поиграли и хватит. Фу, гадкая голова. Снова? Получай! Фу, спасибо, ракетка! У нас вышло! Мы победили! Ой, моя коленка! Как же болит! Надо быть аккуратнее! Похоже, он сам себя устранит. А где наша маленькая гостья? Тут? Нет. Или здесь? Проклятие! Куда же она подевалась? Я найду тебя! Нет, я думала, он не вернется. Надеюсь, тут он меня не найдет. Что же делать, Кейси? О, как просторно! Не дай ему тебя обнаружить. Я сама с ним разберусь. Хи-хи. Кажется, не заметил. Ну, привет! О, нет, что это за газ? Что-то мне нехорошо. И это все. Вот бы добраться до оружия, я бы с ним мигом разобралась. Я тебя поняла. Держи. Кегля? Нет, другое оружие. Хорошо, сейчас дам. Курицу, что ли? Это снова не то. Так, стоп. Что-то случилось? Что ты делаешь? Я просила оружие. Вот же оно. Как ты не увидела? Так бы сразу и сказала. Продолжим. Давай. С радостью. Значит, это... Держи, Кейси. Клубок? Да ты издеваешься, О, клубок! Сейчас поймаю! Что? Неужели сработало? Ага! Фу, это было близко. Кэтнэп? Мяу! Оставлю тебя. Молодец, малышка. Ура, Кейси, возвращайся скорее. Иду. Не так быстро. О, нет! Лишь бы не заметил. Я снова в строю. Куда подевался Кэтнэп? Какая гадость. Похоже, тут нет ничего полезного. Ты новенький. Отойди. Как невоспитанно. Я научу тебя манерам. Ух ты. Вот это руки. Не дергай их. Лимбо. Я прошел. Ты думаешь, я с тобой в игры играть буду? Не дождешься. Ай, я застряла. А ты ловкая. Не смей смеяться надо мной. Ой. Я вообще-то на твоей стороне. Ты понял? Да, только отпусти. Ты привел с собой Хаги. Это замечательно. А теперь ложись на кушетку. Что ты задумала? Сейчас сам все узнаешь. Лучи сюда. Эй, может, не надо? Еще как надо. Трум-трик. Отлично, все получилось. О, да! Теперь у меня еще больше сил. С Кейси покончено. Осталась только девчонка. Где же она прячется? Выходи! Не хочешь по-хорошему? Как спать охота. Нельзя отключаться. Нужно держаться. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне нужно много лайков, чтобы я не уснула. Спасибо. Получается. Продолжайте в том же духе. Прошу. Получилось. Спасибо вам. Теперь ты мне страшен. Так. Я что-то слышу. Не волнуйся, малышка, помощь уже рядом. А вот и Кэтнэп. Ура! Ты что издеваешься? Перестань, ты не страшный. Это так не работает. Как это? Давай еще раз. Я тебя уничтожу!
А, это так не работает. Я знаю, что ты не Хаги. Рар! Да посмотри ты уже. Что? Как это произошло? Упс, не буду тебя отвлекать. Хорошего дня и все прочее. Ну почему? Пока-пока. Он раскрыл меня, план провалился. Что же делать? Я же так старался. О, нет. Что случилось? Кэтнап меня победил. Ну и Плакса. Ладно, у меня есть кое-что для тебя. Придется сделать самой. На листе картона обводим силуэт руки, но намного больше. Затем вырезаем. Трум-трик. Повторяем на пенопласте. Закрашиваем краской. То, что нужно для Хаги. Ага, идеально. Смотри. Это не поможет. Вредина. Наклеим армированный скотч на запястье и добавим разные элементы. Почти готово. Трум-трик. Рука-пушка готова. Включаем. А, отлично. Еще понадобится труба. Оу, а что это такое? Теперь это совершенное оружие. О, это что для меня? Как круто! Мне терпится испытать. Вау, теперь я непобедим. И еще можно поиграть в ладушки. Как весело. Теперь я готов, Кэтнэп. Ну, держись у меня. Но запомни, осторожнее с газом. Понял. Спасибо, маме. Так-так, ну и где этот Кэтнэп? А? Наверное, испугался меня. Только попадись мне на глаза. Я с тобой разберусь. Сюрприз! Отойди! Так нечестно! Тебе не победить! А, это мы еще посмотрим. Твой газ на меня не работает. О, этот знак! Кажется, я понял, что делать. Трум-трик! Не может быть! Забза! Так тебе и надо. Давай добавим. Только не это! Спасите! Ну что, нравится? Ну все, Кэтнэп, твоя песенка спета. Привет! Не достанешь меня, неудачник! Довольно! Тебе просто повезло! Догони меня, если сможешь! Хе-хе! О, возмутительно! Я должен его проучить! А ну-ка, вернись! Где он? Как славно! Он в нашей ловушке! Хе-хе-хе! О, куда все подевались? Ух ты, а это еще что? Класс, как цветочка. О, как же хорошо, такая приятная. Получилось, это наш шанс, так и стой. Теперь мой черед. Ну, держись. Отпустите. Ни за что, разделайся с ним поскорее. Ты сам напросился. Ха, получай, удар тысячи ладоней. Я держу его! Прекратите! Ну все, вы вывели меня из себя! Пора показать вам, кто тут главный! Аучи, было больно! Ты следующая, маме! О, нет! Ну что, вам нравится? Я вас не отпущу! Я все еще не разобрался с девчонкой! Она не могла далеко убежать! Время охоты! Надеюсь, с папой все в порядке. Где ты, малышка? Я должна что-то сделать. У меня идея. Мышь, иди сюда. Теперь Кэтнэпу не сдобровать. Вперед, лишь бы сработало. О, это еще что? Мышь, иди сюда. Я тебя поймаю. Не такой же он и страшный. Мяу, мяу. А, интересно, а с Лазером он играет? О, огонек! Какой милый! Иди сюда! Ну куда же ты? Подожди! Оп! Ауч! Вот глупенький! Тебе не сбежать! Иди сюда! Секундочку! Вот ты где! О-о, пора сматываться! О, хватит! Спасите! Ты слишком долго убегала, но теперь ты в моих руках! Отпусти! Не делай этого! Слишком поздно. Прощайся с жизнью, крошка. Трум-трик. Как же мне выбраться? Удалось. А как тебе такой ход, а? Бза-бза-бза. Эй, это не то.
Еще раз. А это весело. Что? Снова не то. Как же достало. Оу, что это было? Ладно, тогда я просто тебя съем. Просто объедение. Наконец ты утолил голод. О, ах ты негодяй. Верни мою дочь. Я считаю до трех. Или пожалеешь? А, так значит, ты выбрался. Получай. Мимо, ты сам напросился. Оу. Что ты сделал? Тебе не поздоровится. Отпусти мое лицо. Ай. Эй. Кто это? А-а-а! Да что тут происходит? Только не это. Прошу, не надо. Остановись, прошу. Оу. Пап, папа, проснись. О, где Кэтнэп? Что? Так это был сон. Так Кэтнэпа нет. Фу, какое облегчение. Как же я рад, что ты в порядке. У меня для тебя подарок. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо, папа. Такая прикольная Барби. Ух ты, она еще и русалка. Вау, как круто. Мы будем лучшими подругами. Так, а ты, Леди Баг, отдохни пока тут. Пока. Ой, где это я? Мне нечем дышать. Нужно набрать 10 тысяч лайков, чтобы коробка открылась. Ребята, помогите, пожалуйста. Поставьте лайк, чтобы я смогла выбраться отсюда. Я вас очень прошу. Кажется, работает. Поднажмите еще немного. Скорее. О, ничего себе, у нас получилось. Я свободна. А вот и кислородная маска. Я спасена. Ох, спасибо, ребята, вы самые лучшие. Оу, малышка, я здесь. Оу, ты меня слышишь? Ты такая классная, поплаваем. Божья коробка? Ага, попалась, не мешай мне. Ого, как ты тут оказалась? А знаешь, ты можешь мне помочь. У меня есть идея. Если я стану русалкой, то смогу выбраться отсюда. Нужно проделать всего несколько шагов. Первое на очереди – это мейкап. Отлично. Для начала снимем маску. Какой ужас! От воды мой макияж смыло. Отличный повод испытать маску. Как приятно. Скорее, пора наносить макияж. Ага, теперь меня никто не узнает. Но разве не прелесть? Эй, ну как тебе, малышка? Посмотри сюда. С тобой так весело. А это еще что? Малышка, пора чистить зубы. Ну, мам, вот отстой. Уверена, что она в восторге. Посмотрим, что дальше. Думаю, это в моих силах. Хотя мне и моя прическа нравится. Фу, не буду их чистить. Бэх. А? Ауч! Что это было? Моя голова. Что с ней? О, она болит, так еще и липкая. Хотя это может сыграть мне на руку. Нужно пройтись щеткой по волосам. Так уже значительно лучше. Заодно и зубы почищу. До кристального блеска. Класс! Ты моя любимая игрушка. Подождите, там что-то блестит. Идея. Самое время порыбачить. Только не спугни рыбу Барби. Он преследует меня. Спасите кто-нибудь. Где же спрятаться? Еле уклонилась. О нет, он возвращается. Только не это. Я не чувствую земли под ногами. Отпусти. Кажется, это мой шанс. Вот бы добраться до ножниц. Леди Баг Йо-Йо. Как раз вовремя. Теперь я запросто выберусь из ловушки. Пока-пока. Ох, это было страшно. Что там дальше по списку? Оу, топ русалки. Из чего бы его сделать? Точно, у меня же есть ткань. Украсим ее пайетками, как рыбьей чешуей.
Убираем лишнее. Ага. Соединяем формы между собой. Чего-то не хватает. Черные бусины соединим между собой. Отлично. Теперь добавим мои черные пятнышки. Трум-трик. Нужно больше пятнышек. Думаю, этого хватит. О, а мне идет. Что там дальше, а? Хвост. Ну да, его точно не хватает. Может, в сундучке что-то есть, а? Вау, это же то, что мне нужно. Я уже больше похожа на русалку. Ха, неплохо. Ой, как больно. Нужно доработать мой хвост. Точно. Как соединить их в плавник? А, я придумала. Обмотаем ноги и покрасим в красный. Еще один слой. Отлично. А вот и краска. Попробуем. Ничего себе, получилось лучше, чем я представляла. Эти кружки отлично будут смотреться на моем хвосте. Вот так. Еще парочка и готово. Вот это уже в моем вкусе. Ну вот и все. Эй, малышка, оцени наряд. Ты моя лучшая подруга, с тобой так весело. Малышка, присмотри за рыбкой. Привет. Ай, вот же вредина. Уходи. О нет, этого мне не хватало. Это же настоящий монстр. Пару киков, и победа моя. Но как сделать это с хвостом? О, придется менять весь план. О, привет, Себастьян. Привет, тебе нужна помощь? О, ты действительно хочешь помочь? Мне тоже не по себе от такого соседа. Могу одолжить клешни. Отличная идея, давай. Теперь я мигом с ним справлюсь. Теперь мне ничего не страшно. Пора проучить эту пиранью. Давай покажу тебе подводное кунг-фу. Подходи. Ты бы со мной не справилась. Спасибо, Себастьян. Ты нас спас. Где ты их взял? Что? Тут можно выиграть приз? Давай попробуем. Надеюсь, я попаду. Трум-трик. О, только не это. А как ты победил? Я не знаю, просто повезло. А вот мне не очень. Стоп, у меня же есть йо-йо. Трум-трик. Получилось. Ух-ты! А что внутри? Какое красивое ожерелье. Нужно примерить. Трум-трик. Вау, на мне оно смотрится еще лучше. Но как тебе? Тут еще и сережки были. Отлично сочетается с моим нарядом. Правда круто? Супер! Еще один пункт выполнен. О, я так проголодалась. Водоросли. Фу, ну и гадость. Как они это едят? Позвоню в доставку. Алло, хочу заказать обед в аквариум. Привет, а вот и я. Я вроде по адресу. Окей, и куда дальше? Как странно. Стоп, она же сказала, что в аквариум. Мэм, привет, а вот и ваша доставка. Ха, пончик еще теплый, забирайте. Ого, какой он большой. Это все? Еще макарон. Ух ты! И подарок от заведения. Какая вкуснятина. Ну и пузо. Это непорядок. Теперь отлично. Пора рассчитаться. Это вам. О, у вас наличка. Оу, вы мой лучший клиент. А это оставим на черный день. Эй, малышка, я тут. Посмотри, малышка. Не приставай, Хаги. Сходи лучше в туалет. Ой. Скибиди-доп-доп, слезь-слезь. Скибиди-доп-доп, привет. А ты еще кто? Ой, сейчас упаду. Да-да-да, не попал. Вот же негодяй. Знаешь, что я с тобой сделаю? А? Получай. Только прическа все равно испорчена.
И что делать? Погоди, это еще что? Думаю, это необычный шлем. А что внутри? Вау! Из этих кристаллов может получиться что-то интересное. Наклеиваем их на обруч термопистолетом. Выглядит неплохо. Продолжим. Разбавим кристаллы черными бусинами. Ха! Трум-трум-трик! Какая красивая нить! Отличное дополнение. Хорошенько проклеиваем. О, совсем другое дело. А теперь примерим. Ага. Как красиво. Теперь никто не испортит мою прическу. Куда ты дел унитаз, Хаги? Хочешь разборок? А? Получай. Ты победила, Барби. Идем праздновать. О, какой позор. Я этого так не оставлю. Я отомщу. Хо-хо-хо. С этим трезубцем меня никто не остановит. О, краб, это ты? Хаги? Упсы, привет. Ну, привет. Что ты тут забыл? У меня есть для тебя прекрасное предложение. У любой русалки должен быть трезубец. Как-то это подозрительно. Как это? Посмотри, он же есть у тебя в списке. О, а тогда ты прав. Но у меня осталось всего 20. По рукам! Я забираю унитаз. Ауч. Ты уверен? Да, забирай, мне он не нужен. Вау, какой крутой. Вау. Суперкот, это ты? Какой ужас, его поймали. Не бойся, я уже рядом. Мне не хватает кислорода, поторопись. Хорошо, потерпи немного. Не могу, боль. Тут где-то был баллон, точно, скорее. Кажется, успела. Дыши, суперкот, глубже. Как ты? Фу, я уже начала переживать. Что ты тут делаешь? Я хочу тебе кое-что подарить. Леди Баг, это кольцо прекрасно, как и ты. Это мне? Оу, не могу поверить своим глазам. Какая прелесть. Спасибо. Мне очень нравится. Такое блестящее. Погоди, кого еще принесло? Оу, больно же. Но берегись. Трум-трик. Вау. А что если устроить вечеринку? Класс! Ну все, уходи. Оу, моя маска. Где же она? И тут нет. Может... Ауч! За что? Вот же она! Как я по тебе скучала! Теперь добавим немного магии. Круто! Я теперь подводная Леди Баг. Чувствую себя как русалка в воде. Стой! Если трезубец у меня, значит, я полностью собрала образ. Оу, что происходит? Опять это пиранья? Трум-трик! Получай! Ура! Эй, малышка, взгляни на меня. Я теперь тоже русалка. Я тут. Посмотри сюда. О, нет. Что за подводные течения? И почему мне так не везет? Я нужна этой малышке. Леди Баг тебе не поможет. Слишком поздно. Теперь никто тебя не спасет. Только не это. Я спешу к тебе на помощь. Леди Баг! Не бойся, Леди Баг уже на месте. Вам не сдобровать, злодеи. Еще никто не устоял перед Багболом. Ура! Спасибо, я спасена. Малышка, ты не пострадала? Надеюсь, я вовремя. Оглянись, теперь ты тоже в ловушке. Вот так-то. Теперь нас никто не остановит. Ха! Без своих сил Леди Баг нам больше не помеха. Нет! Леди Баг теперь просто букашка. Горячая. Ух ты, это же Багбол. Что случилось? Срочно забери у нее шар. Лучше отдай по-хорошему. Прошу, вставай. О, нет. Нам крышка. Ого, что это было? Малышка, ты спасла меня. Не бойся, у тебя теперь тоже есть сила, Леди Баг. Я должна передать тебе знания. Рюкзак, Леди Баг, ко мне. Понравилось видео? Ставьте лайк.
Напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.